были сотворены все мы. И дело в том, что скоро будет Пасха Христова. Что такое Пасха? Я бы, конечно, хотела подробнее остановиться на этом, но я думаю, у нас будет другое время. И сегодня Миша просто вам споет песню о том, кто пришел в этот мир, кто взял на себя все наши грехи, немощи и болезни, ранами которого мы исцелились, Творец неба и земли. Но для начала я расскажу... Последний солдат оставит оружие, и созидание на землю придет, и что отболело, наболело и больше не нужно, освободив нашу душу, уйдет. И жизнь расцветет, словно майская роза, переполнится счастьем земля, и в глазах благодарные слезы тем, кто погиб за меня. Они душу свою положили, не жалея за други своя, чтобы мы продолжением были на страже святого огня, донести его до Олимпа и возжечь на вершине крутой, озаряя все лабиринты божественной красотой. Спасибо. Землю вечер в тишине, по садовой тропинке ты идешь нам с дочкой навстречу. Она всегда волновала не только старшее поколение, но и мое поколение, более молодых людей. И хочется, чтобы про афганцев не забывали, как в нашу юность, вот, более ранние годы, 80-е, 90-е, постоянно собиралась молодежь во дворах и пели песни, в том числе про афганцев. Много молодых людей моего поколения погибли. Погибли в Афганистане, погибли в Чечне. И хочется верить, что войн глобальных,
в будущем у нас не будет, а тех героев и всех участников вот этих военных событий хочется, чтобы не забывали. И сейчас мы... Я ухожу, сказал мальчишка, есть сквозь грусть, ты только жди. Ты жди меня, и я вернусь, и он ушел. И, встретив первую весну, домой пришел. В солдатском цинковом гробу рыдает мать, и словно тень стоит отец, ведь он для них совсем еще юнец, о, сколько их. Не сделав жизни первый шаг, пришло домой. В солдатских цинковых гробах всего лишь час. Он до рассвета не дожил, упал на грудь. И землю раною прикрыл, упал на грудь. Не в дни войны, а в мирный час, когда весна звездой любви зажглась для нас, он, как и все, с девчонкой милою гулял, дарил цветы и на гитаре ей играл. И в тот же миг, когда на белый снег упал, он имя той девчонки кровью написал, развеял ветер. На границе серый дым, девчонка та уже в обнимку шла с другим, девчонка та, что обещала, подожду, растаял снег, исчезло имя на снегу. Афганистан, страна ты бед, страна ты мук, Афганистан. Страна ты горя и разлук, о, сколько их. Не сделав жизни первый шаг, пришло домой. В солдатских цинковых гробах. Спасибо. Помогите, пожалуйста. Нет, скажите, я сделаю.
Вот это что обозначает? Это могут быть звезды на небе. Да, это строение какое-то. Дома афганские. Дворцы, дома, вот они так примерно выглядят. Это такой образ обобщающий. И вот по всему кругу, эти дома. И вот здесь эти руны, смотрите, вот здесь идет минарет, такой высокий, острый, как пика. И на нем луна, чтобы месяц. Но, может, если честно, как бы я первый раз начал, мне казалось, что здесь зона как бы космическая небо. Ну, это и так может быть. Это небо, вот, как бы, здесь, и, как будто человек, ну, как бы, снизу смотрит вверх, и вот эти дома, они вокруг него, как колодец, получается. Из колодца, как бы, из этих домов смотрят, и вот эти минареты, их здесь 4 нарисованы. И на них луны, вот. Это акрила слова. Есть такая краска. Не масло, но я делаю масло, но масло оно долго сохнет, там я думаю, так цепляется к толстой. А это вот акрил, там еще пластификаторы, чтобы он живой, да? Его шевеляет. И поэтому такая была должна быть техника исполнения, чтобы она еще покрасила. Кружится одна. Вот сразу вот эта песня вспомнилась, когда я познакомилась с этой картиной. Мне было уже как бы вы прочитали, что это здесь черное кольцо, а вообще как бы может как луна быть. А вот здесь напротив, чуть дальше, это солнце. И день, и ночь проходит время, и она в процессе ожидания. Видите, как еще можно трактовать эту картину. То есть каждый даже мыслит по-своему. Это даже здорово. Вы мне по-новому сказали о моей картине. Это очень здорово. Да, обычайное кольцо вы подразумевали, это полумесяц. И луна, в том числе. Да, ну, полумесяц, она открывается, ну, половина в тени, половина на свету. И получается одна. А из-за кафе где? Она вообще как бы в процессе ожидания. Невеста ждет. Ждет она вот в руках уже поняли, что... А я понимаю, что она не ждет возникает. Уже. Она уже знает, что он погиб. Потому что два... Это спелая весна, я сегодня вижу, зрелая весна. Она такая сочная, но она ждет потом своего любимого. Его нет, он приходит уже. Я говорю, что вместо черемуха здесь должны стоять.
Я убрал и сделал вот такую веселую. Когда она на выставке не заходила, видите, что с такими. А вы знаете, она не то, что веселая, но она светлая. Светлая, она вся светлая. Светлая. Она не потому, что белая светлая, а потому, что вот просто по замыслу она такая, что чистая любовь и... Конечно, с грустью, такое трагическое, но светлое. Ну, 15 февраля обычно говорят, что это светлая память. Конечно, это бы мне не помогли разобраться, что это трудновато, не речи, но понятно. Ну, оно не понятно. Здесь условности это, но это да. Веточки черемухи. Я когда открывал выставку, я сказал, что то, что в этих картинах я сказал, хотел сказать, но не видишь, что это прячет. Я до сих пор не сказал. Я объяснял, пока несколько, вот на протяжении вот этих лет, два месяца, то есть пока живет, я объяснял, что все, то есть нарисовано речи, все прячет. Они вас все белым, а я умею, чтобы я не помню. Каждый раз, да, я цвета помню, потому что я 7 лет потеряла зрение, я помню основные цвета, конечно, зеленоватые там, с терракотами там, мне только могут объяснить. Терракоты там все примерно кирпича. Да, да, ну а так вот могу, а там я все знаю, красный, зеленый, синий, голубой, сиреневый, желтый, черный, белый, коричневый. Я их все помню, и я представляю, если вот что-то мне обрисуют, я тогда уже представляю и одежду, и себе, допустим, уже запомнила. И вот и картины ваши все, я... Хоть я знаю, что они белые, но цвета присутствуют. Ну, да, я взял и рассказал себе, рассказал, так бы выпили, что не цвета. Но нет, вообще, я почему? Я, вот не... я на этой выставке, извините, я больше перебью вас, я еще... Она в такой же технике, но она цветная, она почти такая нежная, красивая. Это вот то, что я следующую серию хочу сделать, напоминание Японии, такой же техники, только будет цветная. И можно будет ее видеть всем, в том числе. Вот мне первый раз у меня этикетки напечатаны. Да, да. Потому что знаете, у нас вообще-то такой... немного в общей массе зрителей. Впервые. А вот есть, Галина Павловна, воспримешь, а может быть, вот эти вот цвета. Потому что я знаю, что цвета иногда люди через кожное восприятие воспринимают. Это единицы. Это единицы, вот я знаю, что там есть какая-то роза, сейчас они видят, это очень мало. Я так как бы вот 30 тысяч лет краски намешаны на холсте. И делаю эти работы, это как бы и графика получается. Однотонные, одноцветные, тон ведь есть, присутствует там, чуть светлее, чуть темнее, но подчеркивается рисунок, еще темнее. Конечно, я туда пройду, все, и доброго, до свидания. Вот, я когда выставку в Красноярске показывал, вот три-четыре готовки, понимание, я уже выслушал. Но смысл совершенно один к одному. Все нам попадало, но совсем по-другому. Сегодня здесь опять по-другому прозвучало. Когда я привез вершину рыбы в деревню, там, село, и сказал, зачем там в районе вообще ничего не понимают, что вроде, может быть, не все понимают.